сегодня потрясающую семейную пару. Это VIP-консультанты компании, это лидеры мнений. У них семейный контракт. Это специалисты, создавшие на основе 20-летнего опыта работы свой алгоритм отслеживания результатов. Они профессионалы с большой буквы, имеющие успешный опыт работы с продуктом компании. Это участники больших бесплатных путешествий от компании. Это ведущие VIP-консультанты в Армении Георгий и Сильвия Мурадовы. Но сегодня будет выступать прекрасная половина этого контракта. И когда она говорит о результатах по применению продукции, вот мне всегда идет мурашки по телу. И понимаешь, насколько это профессионал своего дела. Встречайте Сильвию Мурадову. Доброго времени суток всем. Рада всех вас приветствовать в нашей комнате сегодня. И поставьте, пожалуйста, единички, если меня слышно хорошо, чтобы я видела. Ага, прекрасно, Татьяна, Елена, спасибо. Спасибо Варам, спасибо Клавдия, спасибо за поддержку. Спасибо огромное, хочу сказать, Татьяне Лученковой и Наталье Скачиловой за прекрасные новости, за прекрасное выступление. Всегда очень воодушевленно, всегда очень эмоционально. Это нас очень вдохновляет и мотивирует. И хочу попросить всех вас, давайте поставим восклицательные знаки и поблагодарим Татьяну Лученкову и Наталью Скачилову за огромную интересную работу, проделанную в течение всего этого года, уходящего года, за все вебинары, которые были нам очень полезны, насыщенные как информацией, так и профессиональным обучением. Спасибо за поддержку. Благодарю вас. Какие вы все активные. Молодцы. А теперь перейду к сегодняшней теме. Сегодняшняя тема, значит, поздравление с успешным уходящим годом и предвкушение новых достижений и добрых перемен в жизни Project V. Но прежде чем, значит, начать тему, хочу поздравить всех-всех с наступающим Новым годом и Рождеством. Ведь у нас партнеры со всего мира, и в Европе, и в Америке, из разных стран и городов у нас партнеры. Поэтому у нас на носу Рождество, а потом наступающий Новый год. И пожелать им всем здоровья, счастья, мира, добра, успехов и исполнения желаний в новом году. А также хочу пожелать всем партнерам Project V высоких новых квалификаций, а также расширения географии своего бизнеса, чтобы у всех бизнес процветал, удвоился, утроился, кто сколько желает. География бизнеса наша не ограничена, и вы можете, значит, иметь новых партнеров, а также клиентов довольных и, значит, потребителей нашей уникальной продукции. Прежде чем, значит, перейти к теме, давайте вспомним, какой же был наш уходящий год. Да, очень много говорили про пандемию, какие-то сложности в мире, в стране, но давайте вспомним, наш уходящий год был насыщен событиями и прекрасными новостями. И мы не стояли на месте, правда же? У нас много хороших новостей. И 14 февраля, значит, в торговом центре Москва, расположенном в одном из самых престижных торгово-деловых районов Санкт-Петербурга, открылся новый офис бренда Project V и Coffee Sale. Удобное расположение, прекрасная транспортная доступность, стильное современное оформление сделали новый офис удобным как для партнеров, так и для покупателей. А партнеры Freedom Group могут проводить там деловые встречи и переговоры. И, пожалуйста, помогите мне, значит, если у нас есть партнеры из Санкт-Петербурга,
либо те, которые работают офлайн, онлайн, и заказывают продукцию, имеются клиенты оттуда. Есть у нас из Питера? Поддержите меня и поставьте двоечки, пожалуйста. Так, сегодня не оказалось. Ну, ничего страшного. Есть, есть. Так, идем дальше. Следующее, значит, событие очень важное. Почему оказалось очень важным это событие? Да потому что мы получили профессиональное обучение в университет Кикварт. И мы лично прошли с Георгием это обучение и получили сертификаты. Кто еще получил сертификаты? Я уверена, много партнеров участвовали и прошли это обучение и получили сертификаты. Поставьте, пожалуйста, троечки, поддержите меня. Кто еще получил? Угу. Прекрасно. Елена, Корнева, Никитина. Здорово. Джамиля. Молодцы. Вы мне здорово помогаете. Значит, следующее мероприятие, которое провела компания, это конкурс «Городские легенды». «Городские легенды». Значит, я думаю, что каждый из нас мечтал бы, чтобы в стране или в городе, где он живет, были установлены билборды, значит, с ихними фотографиями. Это ведь очень воодушевляет. И вот «Городские легенды» привели, значит, участники были из России, Узбекистана, Вьетнама, а также другие страны. И здесь были установлены билборды с рекламой нашей компании и продукции. И если у нас есть, значит, участники вебинара, победители этого конкурса, возможно, сами не участвовали, получили их спонсоры, а может быть, дистрибьюторы ихних структур. Поделитесь, пожалуйста, этой радостью, а мы их поздравим. Кто получил? Четверочки поставьте, пожалуйста. Я думаю, что вот их успех, это успех всех нас. Ведь это для всех очень важно. Вот. Пирогова Людмила получила. Поздравляем, здорово. Это прекрасно. Ведь этот успех, успех и нас. Это нас здорово воодушевляет. И ведь благодаря билбордерам однозначно мы поднимаем рейтинг нашей компании, узнаваемость нашей продукции и доверие. Вот. И я думаю, что у тех партнеров, чьи имена были на билбордах, точно они получили себе новых клиентов и партнеров. Следующее мероприятие, значит, после длительного перерыва из-за пандемии мы очень соскучились друг по другу, правда? И все мы соскучились, потому что давно не было живых событий. И в апреле месяце компания, значит, организовала F3-тур в апреле месяце в городах Узбекистана Нукус, значит, Россия, Нижний Новгород и Болгария, София. И, значит, здесь были участниками лидеры компаний. Это были очень интересные обучения, тренинги, где узнали много нового о компании. И я думаю, среди нас также окажутся участники этого мероприятия. Вы поделитесь впечатлениями, пожалуйста, а я пойду пока дальше. Поделитесь, пожалуйста, кто был на этих турах. Угу. Поздравляем Наталью Басову с Новым годом. Хорошо, я продолжаю тему. Значит, следующее мероприятие All Star Weekend. Хочу сказать, что наша компания ежегодно планировала и проводила грандиозные праздники компании в августе месяце. И в этом году, в прошлом году из-за пандемии, значит, пришлось откладывать наши мероприятия, праздники наши. И, но так как наша компания очень щедрая, она побеспокоилась о наших партнерах, и чтобы, значит, было очень интересно для всех, провела 4 розыгрыша
где разыгрывались самые крутые призы, согласитесь со мной, потому что посмотрите, какие призы были обалденные. 9 флаконов М-гель, 5 наборов косметики Project V, 5 флаконов BH, 5 подарочных сертификатов 100 CV Project V и 5 подарочных сертификатов на 3000 CV Coffee Cell. И один приз в $1000. Вы представляете, и таких розыгрышей было 4. Посмотрите, какие крутые подарки получили наши партнеры. Поставьте шестерочки, если кто был счастливчиком, получил приз. Кому посчастливилось получить эти призы? Может быть, их спонсоры, дистрибьюторы? Пожалуйста. Вот так. Я думаю, что чем дальше, тем жарче. Страсти накаляются, как говорится. Посмотрите, сколько у нас было мероприятий. Казалось, пандемия, но у нас было куча интересных, даже насыщенных мероприятий. Вот, пожалуйста, спонсор Сергеенко. Гель получили в подарок. Здорово. Следующее, значит, мероприятие – бизнес-семинар. Долгожданный бизнес-семинар в Турции. Фантастический All-Star Weekend, куда съехали 115 партнеров из России, Узбекистана и Европы. Там была проведена вечеринка, очень интересная, нарядная, красочная, греческая вечеринка. Белые, как морская пена, наряды, золотые, как солнце, украшения, невероятные образы, погружение в атмосферу чарующей древней Греции. На вечеринке ожидало выступление артистов и музыкантов, непринужденное общение, свежие коктейли и дискотека под звездным небом. Как вы думаете, было интересно там? Конечно. Можно позавидовать даже, кто не был, правда? Следующее мероприятие, значит, дальше. Ага, открытие офиса в Киеве. В октябре месяце состоялось открытие офиса в Киеве. Торжественное открытие, знакомство с новым офисом, дегустация продукта. Конечно, очень удобно, когда у нас есть офисы, чем больше представительств в разных городах, тем больше возможность, значит, заказывать продукты, иметь новых партнеров. И я думаю, у нас есть партнеры, которые пользуются офисом, заказывают там продукцию в Киеве. Пожалуйста, можете поделиться. Семерочки поставьте. Еще одно очень интересное мероприятие прошло в ноябре месяце. 9 ноября в Краснодаре, 11 ноября в Новосибирске. Проектный менеджер Project V Наталья Распопова и Coffee Cell Мона Ковалевская приняли участие в специальных мероприятиях под общим названием «Открой свои возможности с брендами Project V и Coffee Cell». В программу входило последние новости и информация о холдинге Freedom Group и наших брендах, тренинги от опытных топ-лидеров, признание действующих партнеров, акции промоушена, а также дегустации продукции и лотереи с потрясающими подарочками. Посмотрите, наша компания щедрая, везде подарочки, подарочки. Давайте поздравим всех, кто там участвовали и получили подарочки. У нас был прекрасный офис на Никольской. Это шикарный, роскошный офис в центре, на прекрасном месте. Но наша компания стабильно развивается, она не стоит на месте. Нас становится все больше и больше. И мы уже выросли из старого офиса, любимого офиса до Никольской. И новое современное здание в центре Москвы с удобным расположением и отличной транспортной доступностью. Новый офис, светлый, просторный, уютный, комфортный, значит, намного удобней для проведения встреч и привлечения клиентов. Он расположен в нетуристической зоне, в окружении большого количества магазинов, кафе, спортзалов и других заведений сферы обслуживания.
Я считаю, что это очень удобно, очень важно месторасположение, транспорт. Это и как для партнеров, так же и для клиентов. Обязательно спрашивают, а где находится, вот удобно доехать. Нет, ведь есть у нас лентяи много, которые, если далеко, еще не захотят поехать. Также, вот, посмотрите, значит, программа путешествий. Путешествовать любят все, но и немалое количество людей путешествует каждый год с компанией по программе «Вояж». И в этом году, значит, «Вояж» в Дубае в настоящее время проходит прекрасный отдых, роскошный в Дубае. И, значит, потому что я знаю, что вы все, абсолютно все видите, что все наши, как они, чаты, нет, а все наши соцсети, забываю это слово, все наши соцсети завалили буквально видеороликами, фотографиями всех участников. Мы видим, как они здорово отдыхают, какие красивые виллы на берегу моря. Это будет незабываемый отдых для всех участников. А организация шикарная. До мелочей продумана программа поездки. Хоум-пати с президентом и топ-менеджерами компании. Увлекательные экскурсии, новые знания, персональный пляж и море впечатлений. 7 дней незабываемого драйва в теплой экзотической стране. Действительно, в этом году вот наш президент здорово придумал, значит, виллы отдельно. Это так удобно группами. Одна группа заезжает, другая съезжает с командами. Это очень интересно. Вот здесь несколько фотографий на слайде. Посмотрите, вероятно, вы уже все их видели. Но еще раз посмотрите, вот, может быть, ваши дистрибьюторы как раз на этих фотографиях. Значит, точка роста. Бесплатный марафон «Точка роста». 21 день для тех, кто хочет изменить свою жизнь к лучшему. Кому понравилось? Кому понравился этот марафон? Кто участвовал? Это были практические занятия с домашними заданиями. Чат поддержки в Телеграме, буквально участников было очень много, очень много. Они все активно и прекрасно справлялись с домашними заданиями, задавали много вопросов, узнали много очень полезного. И в заключение получили бонусы и подарки в виде М-гель и продукции 4 флакона Classic Hit. Здорово. Никто, по-моему, не откажется. Это будет продолжаться. Сейчас, в настоящее время, продолжается и домашнее задание. В общем, и поздравляем всех, кто оказались счастливчиками этого розыгрыша. Поставьте восьмерочки. Посмотрим, кто участвовал. Активно участвовали, бурно. Значит, чат наш поддержки «Точка роста» очень активно. Вот Никитина Татьяна, Татьяна Скачилова, Наталья. Все-все участвовали. Я знаю, что очень огромное количество партнеров там задействовано. Значит, следующий марафон жизни в настоящее время начался и проходит марафон жизни с продукцией Project V. Абсолютно новые форматы, очень интересные, полезные, насыщенные информации. Встречи от специалистов-практиков с огромным опытом в медицине, а также опыт с нашей продукцией. Значит, первый марафон прошел с участием всеми нами любимой, многоуважаемой Тамары Васильевны Пшенниковой, лидер компании, советник президента. Всегда безотказно во всех вопросах по здоровью. И так можно обращаться. Тамара Васильевна всегда ответит на все вопросы. Следующая встреча была с Натальей Рудых, с опытом работы ведущей инженер научно-исследовательского института органической химии. И третья встреча прошла недавно со Светланой Денисовой. Тоже огромный опыт работы с нашей продукцией. Колоссальные, потрясающие, волшебные. У нее всегда результаты. Мы с ней общаемся, и была она у нас в Армении, долго рассказывала, делилась со своими результатами и своей практикой работы.
сюда, значит, приглашайте побольше людей. Это будет продолжаться, и чем больше людей будете вы приглашать, у вас будут появляться новые партнеры и потребители продукции, новые клиенты. И это факт. Вот. И абсолютно новый формат с Дмитрием Сафроновым. Livestream называется. Значит, Дмитрий Сафронов также лидер компании, советник президента. Это абсолютно новый формат, очень интересный. Я думаю, многим понравилось. Встречи с нашими партнерами, интервью, вопросы и ответы. Можно задавать вопросы, приглашать потенциальных клиентов. Здесь вы услышите подробную информацию о продукции, получите ответы на ваши вопросы. Следите за информацией. Прошли 2 таких мероприятия. Встреча с Алимовой Карима, врач-терапевт, и Наталья Марковская, более 20 лет, является экспертом в индустрии здоровья и красоты. Мы лично участвовали, слушали. Этот марафон очень интересный, очень доступно, просто. Эти марафоны будут продолжаться долго и долго, много и много очень будет марафонов. Пожалуйста, следите за, значит, информацией и не пропускайте такие марафоны. Они очень практичны и полезны для всех нас. И, пожалуйста, поставьте десяточки. Десяточки, десяточки, пожалуйста. Вот такие у нас интересные встречи. Значит, наша компания постоянно заботится о партнерах. Она делает все, чтобы партнерам было удобнее, комфортабельнее, как-то поддерживать. Спасибо, спасибо вам. Спасибо за поддержку. Вот, посмотрите, уже объявлен вояж 22-го года Сингапур. И для тех, кто не успел вступить в программу, вам нужно квалифицироваться. VIP «Одна звезда» с декабря 21 года, то есть вот уходящий месяц, и по май 22-го. А также выполнить условия по варианту 3 основного промоушена. Для всех, кто в программе CV, заказы в декабре, которые идут в зачет спонсор волюм, new групп волюм 6 уровней и прироста групп волюма 6 уровней будут увеличиваться на 50%. Вы представляете, какая это возможность увеличить себе спонсор волюм, групп волюм и так далее. То есть возможность подключиться к путешествию тех, кто не успел квалифицироваться. События 2020-2021 года показали, насколько уязвим малый и даже средний бизнес. Многие отрасли очень пострадали от кризиса и простоя, вызванная COVID-19. Но есть и тем, которым коронавирус оказался нипочем. И в целом результаты оказались непредсказуемы. Год жизни в ограничениях и изоляции положительно сказался на размерах продаж Project V. Поздравляю нас всех. Все просто. Project V изначально работал по модели дистанционной продажи. И в этом нам помощь чудесная, прекрасная. Значит, приложение «Сессия». Люди привыкают покупать необходимое через интернет, привыкают делиться друг с другом впечатлениями об использованной продукции. Но в нашем случае еще прекрасно сработала возможность зарабатывать на рекомендациях и получать солидный кэшбэк. И в условиях, когда ребята, люди теряют работу, у них появляется много свободного времени и есть желание потратить его с толком. Система прямых продаж становится очень привлекательным занятием. Согласны вы со мной? Действительно, мы не стояли на месте. Благодаря, значит, системе прямых продаж онлайн мы прекрасно справлялись. Каким будет будущее бизнеса прямых продаж и какие гарантии занятости в 2022 году ждет нас? Одних людей пандемия поставила на колени –
а другие достигли абсолютного процветания. И вместо того, чтобы Project V замедлился во время пандемии, он продолжает расти и развиваться. Почему? Да потому что люди осознали, что гарантия занятости – это просто иллюзия, которую многие люди создают для себя. Это сумасшедшее время заставило людей мыслить нестандартно, проявлять творческий подход, искать возможность работать не на кого-либо, а на себя. И многие осознали, что им нужно быть открытыми к новым способам зарабатывания денег. Действительно, надо немножко, чтобы люди начали как-то перестраиваться. Невозможно пережить пандемию и не задуматься о здоровье, правда ведь? Причем как физическом, так и ментальном. Извините. 77% людей до сих пор сильно обеспокоены, казалось, вирусом COVID-19. И за последние 2 года люди стали значительно чаще испытывать стресс и тревогу, а также боли в спине и в мышцах. Людей, которые регулярно чувствуют себя плохо, становится все больше и больше. И на этом фоне возрастает число людей, готовых беречь свое здоровье и выбирающие превентивную медицину. Сегодня, скажем, в нем становится больше пользователей, которые принимают витамины и другие пищевые добавки. Давайте немножко об этом поговорим. Вот, казалось бы, COVID-19, многие как-то обеспокоены, многие переживают стрессы, психические расстройства, даже об этом очень много говорят, что ковид очень на психику. И, значит, на днях показывали по телевизору, по московским новостям, мы сами лично слушали, именно психические расстройства, боли в спине. Вы знаете, вот у людей страх, у них депрессия, стресс. Они знают, что постковидный синдром очень... долго, ну, во-первых, плохо действует на организм человека, и еще долго не могут выйти из этой ситуации. Но мало кто, в принципе, вы тоже, наверное, сталкиваетесь с тем, что не хотят прислушиваться. Те, кто прислушивается, они получают хорошие результаты. Именно постковидные, если человек, но я думаю, что нет людей или семьи, или родных, близких, которых не коснулась эта проблема в окружении, и с летальным исходом, и заболели много родных, знакомых людей, друзей, соседей у всех. Но это их выбор, не прислушиваются. Я, например, говорю, ну не прислушиваешься, до свидания. Главное, что мы это поняли. Мы уже 23 года занимаемся вот превентивной медициной, это... профилактическая медицина – это когда человек просто хочет следить за состоянием своего здоровья. Если он не готов это делать, ну, извините, либо у него что-то не то с интеллектом, никого не хочу обижать, либо он просто жадный, не хочет тратить на эти витамины деньги даже для своих детей. Я, например, очень счастлива, я рада, что 23 года мы, занимаясь чувствуем себя прекрасно, не болеем. Мы избавились, извините, я, конечно, не хочу сегодня рассказывать историю, свою, как мы пришли и какие проблемы, но мы избавились от таких проблем, которые я даже, мне как страшный сон, я не могу себе представить, если бы мы не сделали это. 24-й год мы в компании. И я не представляю, где бы мы сейчас были, и мои дети. Благодаря, продукции, я рада, что мои дети, внуки сегодня используют это семьями, и зятья, и невестка. Ведь часто слышишь, что, допустим, муж не разрешает, чтобы жена давала витамины детям. Это просто абсурдно, я не понимаю. Вот. Я действительно благодарна, что... моя семья, дети и внуки кушают продукцию сколько хотят и не ждут, чтобы заболели. И благодаря, это все благодаря возможностям, которые дает наша компания.
Мы не можем предсказать 100% будущее, но одно знаем точно. Есть пандемия или нет, людям все равно нужно нормальное питание и стабильный доход. Большинство людей в настоящее время нуждаются и ищут возможности в дополнительном доходе. А найти достойные рабочие места с приличными заработками и льготами все сложнее и сложнее. Наш бизнес может каждому предложить свободу как в финансовом отношении, так и в физическом. И это на самом деле так. Так оно и будет. Наша компания Project V может стать отличным подспорьем для каждого, кто хочет улучшить качество своей жизни. Как только человек начнет понимать, насколько реально можно зарабатывать деньги и какие преимущества нам дает компания Project V, у него отпадает необходимость искать какие-либо дополнительные доходы. И как мы видим, Project V продолжает расти и развиваться из года в год. И найти стабильный заработок для партнеров Project V уходит навсегда в прошлое. И миссия нашей компании – это забота о красоте и здоровье людей. А также наша миссия – дать каждому человеку возможность быть бодрым и здоровым. Да, именно используя нашу продукцию, ты будешь с каждым днем здоровее и здоровее, и это факт. И благодаря этому наша компания сегодня планирует к 2025 году 25 стран с нашим представительством, годовой оборот в 150 миллионов долларов и 100 наименований инновационной продукции. А к 2030 году планирует удвоение, 50 стран, 300 миллионов долларов и 150 наименований продукции. И это все благодаря, вы уже догадались, благодаря грамотным действиям руководства. Команда профессионалов, менеджеров во главе с нашим молодым, красивым, амбициозным, успешным президентом Нариком Сираконяном. Он создает успешный бренд компании и условия для постоянного движения вперед. А сейчас я также хочу воспользоваться, значит, случаем и поздравить своих дистрибьюторов, самых активных, самых приверженцев продукции Project V и компании. Эти люди, которые обожают продукт, получают колоссальные результаты. И в первую очередь это Марина Сафарян, самая активная, участвует во всех вебинарах, не пропускает ни один вебинар, наверное, вы заметили. Участвует во всех промоушенах, Booster Plus. Вот. И, значит, также хочу отметить Нину Арутинян, она с первых дней в компании, врач-терапевт, тоже приверженца только нашего продукта, колоссальные результаты получает. Вартан Арзуманян, врач-психотерапевт, он относительно недавно пришел к нам. Пришел к нам недавно, но, значит, услышав о продукте, он решил попробовать на себе. У мамы была проблема, значит, с онкологией. Он говорит, если я попробую и поможет, тогда я буду сотрудничать. Произошло чудо. Подробно в следующий раз расскажу результат мамы. И он сейчас, у него вот именно этот профиль, он обожает наш продукт, назначает только бустерами, побольше детокса, антиокса, его любимые продукты. Вот, и получает колоссальные результаты. Очень грамотный врач. У нас есть Армине Габрилян, хочу поздравить ее. Армине Багдасарян. Армине Габрилян с первых дней в компании. Люсинет Амразян, любительница бустер-кейсов. Аня Григорян, молодая, пришла к нам после, окончив университет, значит, юрист по образованию, но заинтересовалась сразу, значит, нашей продукцией и бизнесом, и уже 8 лет почти тоже обожает продукт. Они все самые активные приверженцы нашей продукции и компании. Поздравляю всех
своих дистрибьюторов с наступающим Новым годом, так держать и удвоение, утроение, и, может быть, в общем, несколько раз, чтобы у каждого у всех увеличились партнеры. И еще, значит, хочу еще раз особо выразить огромную благодарность нашим спикерам вебинаров, которые в течение всего года нас поддерживали, воодушевляли, мотивировали, давали веру в будущее, делились своим опытом, результатами. Вы видите, этот слайд был вначале прокручен. Вы со всеми знакомы, это наши лидеры компании. За их чудесные выступления поздравить с наступающим Новым годом. И особую благодарность за колоссальную работу хочу выразить нашим организаторам вебинаров Татьяна Лученкова и Наталья Скачилова за безупречную работу в течение всего года. Бесперебойно, активно участвовали, проводили вебинары, мотивировали нас всех. С наступающим Новым годом вас! Желаем вам крепкого-крепкого здоровья, благополучия в семье, мира и добра. И пусть в новом году будет во 100 крат лучше и исполнение желаний. И всем всего доброго и прекрасного настроения. И еще хочу зачитать это четверостишье поздравление абсолютно всех-всех партнеров, всех участников, всех выступающих, руководства, менеджеров нашей компании любимой. С наступающим 2022 годом! Пускай принесет наступающий год удачу, везение, жизнь без забот. Пусть ждут впереди лишь счастливые дни, ни горя, ни слез не доставят они. Пусть дом наполняет любовь, радость, смех, сопутствует всем начинаниям успех. И в заключение хочу сказать, что, значит, встречаемся в наступающем 2022 году. И нас ждут, на самом деле, невероятные новости, невероятные возможности с компанией Project V. И хочу сказать, что встречаемся мы 13 января. Встреча, значит, встреча с врачом-нутрициологом Нина Колесникова, которая в 98 году прошла обучение по нутрициологии в Академии имени Сеченева. Сертифицированный специалист, стаж работы натуральной продукции Project V 24 года. Я думаю, что вот все партнеры сегодня, которые здесь, прекрасно знают этого человека. Человек, который всегда готов помочь нам, ответить на все вопросы со здоровьем, по продукту. В Телеграме она очень активна. В любое время дня и ночи всегда Нина Колесникова ответит на все ваши вопросы. Не пропустите, не забудьте про 13 января. И встречаемся мы, и побольше приглашайте потенциальных партнеров. И вместе мы сила. Всего самого доброго, до свидания, до новых встреч. Пока.